Всем привет, Притутуп, солнечная Наталья, она? Какой ветер у нас ужасный. У меня сегодня день рождения. Я сегодня заплакала. Перке вчера лучше, да? Ты мне хотели огури? Я поздравил день рождения. Огури. Поздравляю, сказал мне Карлос. После 10 лет жизни вместе, да? До подичанни. Огури! Я сегодня завела с самого утра всю семью. Мы сейчас идем в ресторан. Кому с тебя могу стать ресторан? Work. Мы идем пешком, потому что он здесь 5 минут от нашего дома. Очень быстро. И машину не брали, потому что у них сегодня праздник. И около нашего дома... А прикинь, ты антимаки на вечер на колено устроишь? Пришли на партию. А, сегодня опять, короче, футбол и... Ой, подожди, мне жарко, фокально. Сегодня футбол, и около нашего дома очень много машин, ну, так, как это сказать. Машины, короче, останавливают, и места потом нет, чтобы, когда мы вернемся, нашу где была поставить. Карлос заболел, Малату. Мы должны были сегодня поехать с его друзьями на... Что на голове? С друзьями на природу, но что-то я вчера еще сказала, говорю, что-то ехать мне не хочется, я там никого не знаю. Не знаю, что-то говорю, давай лучше дома посидим. А потом вот говорим, ладно, пойдемте в ресторан сходим, похаваем. Очень сегодня с самого утра заставили вы меня плакать. Девочку Наташа зовут. Сделала видео. Поздравления мне. Я не ожидала. И такой, знаете, сюрприз, что видео было настолько интересным. Огромное спасибо, Наташа, потому что, во-первых, были фотографии, которые я вообще не знаю, где вы достали. Их вообще в интернете нет. Но я просто утром не была делать еще времени расследования. Приду домой, расследую, что, как и почему, где взяли. Музыку подставили. Такое интересное видео, когда ты смотришь, и ты не знаешь, что тебя ожидает. Вообще, очень понравилась идея, когда сняли эпизоды моей жизни в Украине. И потом такое, типа, летит самолет. И над Пизой, над Пизанской башней. Кстати, я тут живу в центре, вы прям угадали. Кружится эта видеокамера. И снимает Пизанскую башню. Вообще была в шоке просто. И потом типа, здравствуй, солнечная Италия. И потом, где мы с Карлосом, это Карина. Вот. Так что домой приведу, сделаю расследование. Кто, как, почему. Видео я скачаю. Это, я думаю, если оно для меня сделано, его можно скачать. Перезалью на свой канал. Посмотрите, кому будет интересно. Видео очень интересно сделано. Блин, жарко уже. Сегодня вообще такая погода с тучами. Такие вот дела. Аквариум какой красивый, вода чистая-чистая. Мои любимые рыбы в аквариуме это сомики. Улиторы их называют на итальянском. Это мои самые-самые любимые рыбки. Такие вот. У меня был аквариум на 80 литров, потом был еще поменьше. И, по-моему, с Максом на 300 литров у нас был. У нас там была... Тропикал, ну это типа морские рыбы, аквариум. У меня тоже такой сом большой был. Потом я уехала в Украину на 2 недели, приехала, девочку оставляла с аквариумом дома, и сомик умер. Ага. Мы здесь уже не первый раз, но здесь сейчас хозяин, кто помнит, мы снимали в ресторане Пекину. Там мальчик хозяин. Вы накладываете столько, сколько сидите, все равно дупо отжидаете. Покажи, Саша. Ой, Саша, сейчас картошку принесут. Боже, с голодного края, дети. Платите 18 евро на человека и ешьте сколько вам хочется. А, все добре, допо, да? А parte, ma chi prende il rapporto? No, sono fatto. Quelli pronti no. Да, сейчас скоро.
Относим одну тарелку. И фрукты. Мы давно здесь не были, но здесь сейчас его переделали. Пришел новый этот руководитель. Естественно, стало более чисто. Наш друг. О, Карло, anche me. Magari ora arrivano, no? Спасибо. Ora arrivano, penso. Смотрите, видите, здесь есть и мясо, есть и рыба, есть. Только потом же что-то все съесть надо будет. Это все, что не приготовлено, мы сейчас так несем, нам сделают. Ну, я просто показываю, может, кто не знал, потому что многие знают. Вон картошка есть, смотри. Или потаты. Видели? На. Я хочу. А это что, Карло? Мясо. Саша, ты гамбироны будешь? Иди отнеси эту тарелку на стол, бери, иди прищеп. Грация. Давай, ярко, давай. Так. Блин. Снарядимся. Я беру, потому что еще Саша будет кушать. Пан и бой, Карло? Ну все, это мы отдаем готовиться. Вон там пана. Здесь суши. Ого, я тебе гамбироны взяла. Здесь суши. Я пробовала здесь суши, но мне что-то не понравилось. Но мне сказала Анжела, что я их неправильно кушаю. Видите, разные суши. Но Анжела мне сказала: Марин, ты что, как это невкусно, ты их неправильно ешь. Не знаю. Может, я неправильно какой-то соус их макаю. Здесь, вот видите, тоже уже все приготовленное. Картошка, это курочка. Вкусно очень. Здесь фрукты есть. Ну, фрукты уже на потом. Клубника. Все, нам приятного аппетита. Моя тарелочка приехала. Я говорю, что они похудели, говорю, за время пути. Он говорит, ну да, видите, их сделали на как мне нравится. Ой, так близко показывают. Ну, я взяла еще рыбу попробовать. Сейчас схожу за лимоном. Я с лимоном люблю. Блин, пришли в этот ресторан, столько знакомых с Карло встретили. Вообще просто в шоке. Еще сидим, сейчас только что разговариваем. Поворачивайся, там друга Софина, мама с папой сидят, кушают. Не узнала маму, потому что мама вообще выстриглась. Лысым по бокам, что даже не узнала, что это женщина под мальчика подстриглась. Боны? Казалось, еще вот такие вот заказал шашлычки, типа маленькие. Не, я заказала. Не, я гамбер заказала. А право, воды было, да? Мы взяли пиво. Классно, что рядом с нашим домом. Мое здоровье. Всем огромное спасибо за ваши поздравления. Так приятно. Смотрите, пришла вторая порция моих креветок. Я также еще заказывала себе картошечку такую, кружочками порезали ее. И салатик типа такой. Типа капуста цветная. Или брокколи, как она называется. Гварда, Саша. София, мороженое. София, дольче. Идите руки помыть, а ты выпачкала этот самый. Давайте, Сашуля, что вы мне там приготовили? Подарок. Я же знала, что София меня не оставит без подарка Саше на день рождения. Я же говорила. Его сейчас нас не видно, подожди. Tanti auguri a te, che sia da qui. Tanti auguri, mamma Maria, da baci. Спасибо, девочки. Ой, bello.
Красиво, да, я тебе очень красиво, очень красиво. Оденьте меня. Подожди, покажи там. У меня ногти некрасивые, не хочу показывать. Смотрите, какая красота. Подожди, подожди, я не вижу, где я вижу. Мама, шо, лево таргета, в який черед прячу. Классно, 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 классно. Сіса. Спасибо, девочки, дайте бочину. Рамчака, то тут той, а? Сі, ну, патрикалю, перед мундом. Одевай, Софья, тебя не видно, иди сюда. Спасибо, девочки. Мені я сказала. Да, я особливо кину на ремонту сенса регала до парти востра. На парти мій. Хоть і мислим рава странно. На мне мне сегодня проснулась, думаю, я не поняла. Саша мне, я разговаривала. Саша мне сделала подарок, там написала на русском, на итальянском, офигительные слова написала. Я утром встала, смотрю, София не идет. Через два часа опять София не идет. В ресторан приехали, София не идет. Я такая говорю, я вообще говорю, не ожидала, говорю, от Софии, что София мне ничего не подарит, потому что София мне каждую мелочь принесет с каждой прогулки. А она ждала, пока мы не закончим кушать. Моя ты крошечка. Сембра пандо. Мама, сембра пандо. Мама.